Вітаю! В ефірі студія «Репортер» з Дмитром Богомоловим. Сьогодні ми поговоримо про підтримку ветеранів-підводників, яких, на жаль, з кожним роком все менше і менше в нашій країні залишається. І сьогодні в нашій студії голова об'єднання ветеранів-підводників імені контр-адмірала Луніна Володимир Белоусюк. Вітаємо! Володимир Іванович, дякуємо за те, що завітали до нашої студії. Ми знаємо, що 19 березня традиційно відзначається Міжнародний день моряка-підводника. В Одесі це свято також відзначають кожен рік. Нещодавно, 25 червня, також було свято Міжнародний день мореплавців, а вже згодом, 28 липня, відзначається історичне свято, день створення воєнно-морського флоту, вже більш ніж 300 років. В цьому святу, наскільки зараз підтримують, наскільки важливо ці традиції зберегти, і щоб ці свята саме в цих датах залишилися, і наскільки це важливо взагалі для ветеранів-підводників, і як можливо повернути це до нашої країни. Тому що зараз ми знаємо, що, на жаль, в нашій країні не залишилось жодної підводної лодки. Спасибо, что пригласили, и тема очень насущная, особенно сегодня. Я считаю, что все исторические праздники людей, а у нас практически сейчас около 2/3 пожилых людей, их надо сохранить. Все исторические праздники, потому что мы выросли на этих праздниках, мы росли, строилось. В том числе военно-морские праздники, которые сегодня, я считаю, это символ Одессы как морского региона. Такие, как вот вы уже сказали, было 25-го, где международная организация мореплавателей создалась, мореплавателя, да? Вот. И день подводников, день военно-морских сил. Не из-за того, что некоторые политологи ради своих амбиций хотят там сказать, это празднуют там в России, но, извините, празднуют и Польша, и Франция. Но если этот праздник был для нас день военно-морский, мы служили, мы воевали под него, тонули, горели, то для нас он святой, как вот просто собраться с братьями, с которыми служили, правильно? И я рад, что есть такие люди, которые поддерживают эти святые исторические праздники, вот как Сергей Васильевич Кивалов. Это человек, который, вот я все время читаю, слежу, смотрю за его выступление, это мудрый человек, он прекрасно понимает, что сегодня сохранить историю, то сохранится и тот костяк, фундамент, на который эта история стоит. Что делал нынешний парламент? Я считаю, что, может, я скажу, хотя этот весь и Facebook, и интернет уже горит по отношению к нынешнему бывшему парламенту, это клоуны. Набрали людей с улицы, которые только что они натворили в ПАСЕ, это позор. Ничего святого нет, нет истории, нет ничего. История должна быть. Да, 28 июля, последнее воскресенье июля, когда еще Петр I сказал флоту быть, это для нас лично исторический праздник военно-морских сил, где мы служили. Поэтому я хочу сказать, что сейчас люди должны подумать, очень сильно подумать. Вот, потому что перегибов очень много. Некоторые ради популизма перегибают палку, ломают народ через колено, а потом где оказывается? Вот как там у нас есть знаменитый такой политик, который говорил «пуля в лоб». Да, где эта пуля в лоб? Уже где-то там в Австралии. А мы остались. Поэтому я считаю, что должны быть исторические праздники. Такая же самая, как историческое общение. Есть общение людей. В мире все понимают, что есть два основных языка общения в мире. Это английский и русский. Як ви відноситесь до ініціативи з мовним законом, щоб його зберегти? І взагалі останні події навколо цієї теми в нашій країні, як до цього ставитися? Смотрите, опять, щоб вот этот закон действовал, я считаю, его, как всегда, создали для того, щоб переломать народ через колено. Ведь уже переломали в 2014 году, поэтому началась так называемая братоубийственная война на Донецке и Луганске, правильно? Уже наступили на эти грабли. Зачем опять наступать? Уходящий президент создает этот закон. Да, может впоследствии, постепенно, нужно для тех чиновников, которые в Верховной Раде, которые выступают там законодательно, говорить на украинской мове. Но остальные для общения, в частности, есть регионы, которые всю жизнь говорили на русском языке. Это язык общения. И взять вот так вот его
ввести, переломать через колени, когда мы сейчас знаем, что вот в ресторанах там некоторые считают, что там для русских надо увеличить на 20%. Вот недавно, я знаю, в Аркадии сбили врача, который приехал помочь людям, разговаривал на русском, какие-то радикалы вышли и сбили, полиция смотрит. Но до чего доводит закон? Опять разобщить, опять разложить наши, не ваши, чужие, не чужие? Ну, це смішно. Як вважаєте, чи варто повернути закон Ківалова-Колесниченка, чи потрібен якийсь новий формат? Ні, я вважаю, що потрібно повернути закон, той, який проводит и задекларировал Ківалов-Колесниченко. Это грамотный, выверенный закон. Я вообще считаю, что сейчас, вот я обращаюсь к одесситам Одесской области, на выборах вот так надо думать. Забыть про эту гречку, забыть, думать. И нужно в Верховной Раде, чтобы были такие люди, как Сергей Васильевич Кивалов, Колесниченко, и другие люди, грамотные, умные, которые могут что-то создавать, законы, а не рушить, разрушать и быть клоунами, как до сих пор. Ведь все смеемся. У нас не Верховная Рада, а клоуны. Поэтому должны быть, я знаю, что вот ветераны-подводники Одессы, Одесской области, мы собирали, совет принял решение голосовать за Сергея Васильевича Кивалова. И не только за Сергея Васильевича Кивалова. За Сергея Васильевича Кивалова я имею в виду в Приморском районе. Вот. Но так как на 475 человек и есть еще родственники и так далее, то в других, то есть за его коллег, людей, которые действительно мы знаем, что могут поднять Одессу, будут в первую очередь защищать Одессу. Скільки взагалі залишилося в Україні ветеранів-підводників та скільки саме в Одеській області, яка зараз необхідна підтримка? Я маю на увазі це підвищення пенсії чи, можливо, інші також ініціативи? Ну, смотрите, вот была недавно у нас конференция, на Украине осталось 5500 ветеранов-подводников. В самой Одессе, вот, в моей организации, считается одна из самых больших организаций, которые, вы знаете, были у нас, есть свой офис, свой музей, свой клуб, 475 человек. Из них две трети – это практически уже прикованы к койкам. Мы, ветераны-подводники, не зря шутят, мы как мамонты, мы уже умираем. Подводных лодок на Украине нет. Системы собой – такой нет. Вот единственная подводная лодка Запорожья, то, которое, я знаю, Россия ее отдает, Украина не может ее принять, потому что нет технического состава, нет оснащения, нет базы и нет этого. То есть умирает сама система. Что касается ветеранов-подводников, я сказал, что уже две трети прикованы к постели. Это медикаменты, это обслуживание, это просто элементарное уважение. Елементарне уваження. Чи йдуть на зустріч саме по цим питанням, по, ну, саме в лікуванні, у підвищенні взагалі пенсії? Ну, наскільки, чи вистачає зараз цих коштів? Чи, ну, взагалі про підтримку, що можна сказати, влади? Я хочу сказати, що перше, для всіх нас, не тільки ветеранів-підводників, і афганців, і інших учасників бойових дій, головне зараз уваження. Просто о них вспомнить и уважение. Вот это так, как и делает Сергей Васильевич Кивалов. Он всегда приглашает ветеранов, и мы приходим просто посидеть, пообщаться. А что касается помощи, пенсии, ну, этой пенсии не хватает не только на лекарства, а фактически оплатить из-за этих тарифов ЖКХ, мы их знаем, да? Это все у ветеранов уходит практически на оплату ЖКХ. Вот мы говорили сейчас, новая уже администрация, что понизит, есть приказ понизить тарифы на электричество. Вот сегодня позвонили в РЭС для того, чтобы там у нового ветерана есть проблемы. Оказывается, все правильно, наоборот, на 30 копеек увеличили оплату за электричество. Это уже сегодня, вот, в частности, Киевский РЭС. Естественно, это Одесская облэнерго. То есть говорят, одно делается другое. Что касается в госпитале, я хочу сказать и выразить благодарность. Я недавно на скорой помощи сам попал в госпиталь, лежал. И действительно отнеслись с уважением. Может, только потому, что я старший офицерский состав. Может, потому, ну, по крайней мере, все лекарство было, все обслуживание было. И я уже благодарил и хочу сказать спасибо. То есть... И лежал наш другой ветеран, узник лагеря смерти, еще ребенком был. Я знаю, что тоже сделали операции, все, ну, как бы хорошо. Но единственное, что да, в палатах не хватает при этой жаре, кондиционеры там по 5-6 человек и все. Но я вот как старший офицерский состав лежал в нормальной палате и все, что... И я сам удивился. Просто сам удивился. Это было реально и обслуживание, и медицинское. Но... Что касается других ветеранов, которые лежат дома,
дети просто не могут повезти или не хотят повезти в госпиталь, потому что сложилось такое мнение, что в госпиталь везут, а назад уже увозят, как говорится, на... Ну, звісно, потрібні зміни саме в цій галузі також. Без цього неможливо подальший розквіт взагалі країни. Хочу ще запитати про пам'ятник ветеранам-підводникам, який у парку Перемоги. Наскільки важливо його зберегти також? Тому що ще рік тому казали, що його хочуть кудись принести. Цей пам'ятник по незнанню. Скоріше всього, по незнанню. Ми ж знаємо, от, як я вже сказав, що депутати Верховної Ради, не тільки депутати Верховної Ради, але й облсовета, горсовета, посторонние люди даже не изучают свою историю, историю города. Да? Когда мы объяснили, этот три раза собирались представители мэрии области, и мы им объясняли, что этот памятник был построен за деньги ветеранов-подводников на конгрессе, где деньги дали все международные организации ветеранов-подводников. И этот памятник архитектору одесситу, который жил здесь, Живецкого, который построил подводную лодку, и на базе этой подводной лодки уже стали строиться подводные корабли у всего мира. А Живецкого знают как и научном человеке, как публицисте, как человека, который инженерия опытом, весь мир. В академиях преподают, а тут просто хотели снести данный памятник. Я понимаю, что многим там не нравится, как он сделан, но тогда, обождите, поставьте лучше. Поставьте лучше. Но раз этот памятник есть, и мы настаивали, чтобы его внесли, допустим, когда проходят экскурсии, рассказать, что да, Живецкий, который был хороший архитектор, инженер, первую подводную лодку демонстрировал здесь, в гавани, в Одесской гавани. И на базе это пошло в перспективе строительства подводных лодок. Что такое подводная лодка? Это механизм, который дает, когда он строится, вот когда на 61 коммунара в Черноморском строились подводные лодки, это же научный потенциал, это реально все новейшее вкладывалось в корабли, в подводные лодки, в самолете. Сейчас нету этого, все промышленность. Вот вдумайтесь, на 91 год, на 91 году, когда в Украине произошло отделение непосредственно Черноморский судостроительный и 61 коммунара, строили авианосцы, стояло 6 авианесущих кораблей. Тогда еще, в принципе, на российских верфях не позволяли, не говоря, что немецких, польских. 6, все за вот этих 20 лет уничтожено. Якщо ще додати трошечки цінної історії і згадати таке свято, яке відзначається у грудні, день, я знаю, що це день перемоги особливої, так? І які ще важливі такі значні події, можливо, згадати? І взагалі про історію саме в Одесі, ветеранів-підводників, і, наскільки, можливо, якісь історії з життя можете з нами поділитися? Щоб наші телеглядачі розуміли, про що йде справа насправді, наскільки це складна та цікава взагалі галузь, скажімо так. Но победа Великой Отечественной войны – это великая победа. Поэтому, к сожалению, некоторые пытаются переписать историю. Историю переписывать нельзя. Почему? Потому что, когда переписывается история, то получается, вот эти, будем говорить, затуманенные молодые люди выбегают уже на улицы с дубинками и так далее. И тогда мы все боимся. А тем более Великой Отечественной войны. Пользуясь случаем, мы вот говорили с афганцами и говорили с другими ветеранами, и наш совет ветерану-подводников хотел бы обратиться к Ивалову, хотел бы обратиться к нашему мэру, чтобы все-таки вернули историческое название проспекту маршала Жукова, как это сделали в Харькове. Нужна волевая воля. Я знаю, что Сергей Васильевич Кивалов за это борется. И мы вот обращаемся официально. Надо вернуть проспекту. Я не умоляю Небесную сотню. Все было, но на сегодняшний день проспект маршала Жукова, он должен был быть маршал, это, будем говорить, маршал Победы. Когда я был в Германии, заходил в музей, заходил в Рейхстаг, на первом месте стоит маршал Победы. И когда коалиция тогда собиралась и решала вопрос, американцы, французы, и кому доверить подписать, будем говорить, мировое соглашение с немцами, капитуляцию, доверили маршалу Жукову, потому что это прямой, честный был человек. Сейчас пытаются его оградить. Нет.
Это был, он навел в свое время, вспомните, в Одессе порядок, да, с бандитами. Он действительно много для Одессы сделал. Выиграл Ханхенгоу. Это маршал победы. И мы обращаемся официально, чтобы действительно наши депутаты, фракции вот, Сергея Васильевича Кивалдуги, поддержали и вернули проспекту. Я считаю, что, наверное, 2/3 одесситов это поддержат. Проспект маршала победы, маршала Жукова. І все ж таки, ось такі історичні, можливо, події не тільки про Велику Вітчизняну війну, а, ну, можливо, з вашого досвіду. Ну, смотрите, ви, мабуть, знали, що ми часто з вами зустрічаємося, і ви були у нас в музеї, що про підводника дуже мало говорять. Вот. Но на підводних лодках ділилась історія. И как и сейчас делается история. Что такое, вот вы видели подводную лодку, вот Чупойс, на той, которой я хотел, 24 баллистических ракеты, да, каждая ракета по 31 тонны с ядерными боеголовками. Это действительно делается политика на подводных лодках, на этих ракетах. Какие, допустим, исторические факты? Ну, исторические факты, ну, практически весь мир, что сейчас держится, и мир в мире, это делают, будем говорить, подводники. И что, когда мы собираемся во всем мире, Международная организация подводников, где я являюсь единственным с Украины членом Международной ассоциации ветеранов подводников, мы это обсуждаем, и американцы, и французы, и так далее, все понимаем, что это оружие надо держать с закрытыми люками. Все прекрасно понимают. И общаемся, ведь мы общаемся, да, и общаемся, разговариваем, рассказываем. То есть опять мы возвращаемся к тому, к чему мы начали. Нужен диалог. Нужен диалог. Не будет диалога, не будет ничего. Поэтому сегодня нужен элементарный диалог. І яким саме чином? Тому що якщо в нас, на жаль, немає підводних лодок, ветеранів-підводників все менше залишається. Яким чином можливо передавати цей досвід? Які взагалі відбуваються зустрічі з дітьми, можливо, у школах? От этот вопрос очень интересный, я вам скажу почему. Когда-то, я помню, еще до 2014 года военно-морские силы приглашали ветеранов. Приглашали ветеранов, не только подводников, и мы рассказывали молодым матросам, молодым офицерам, как мы несли службу, как мы боролись с пожарами, как мы боролись с аварийностью, как мы ремонтировали технику. Реально факты, исторические факты. Сейчас этого по какой-то причине военно-морские силы не делают. Наверное, у них другие задачи, я не знаю. Но молодежи сегодня передавать вот именно этот опыт некому. А хотя я вижу, эта молодежь, будем говорить, кавычка, она голодная к этому историческому факту. Лежал в госпитале, там лежали два моряка с базы, оказались. Они так, говорит, вы подводник, да. И когда я начал им рассказывать, он с открытым ртом, а как, и что? Они даже не знали, не знают, и что было. Они даже не знают, что когда-то здесь до 91-го года стояли подводные лодки, которые росчерком пера Кравчук раз и уничтожил. Просто росчерком пера. А зачем? Авианосцы, когда я рассказывал, что строились авианосцы, они говорят, да не может быть такого. Может. Самые большие два авианосца, это, извините, сейчас, что Тбилиси, что Кузнецов, мы о нем слышали, авианосец, да, который ходил, строился здесь, в Украине. Это самый мощный, не говоря уже то, что продали варяг китайцам, сейчас самый мощный авианосец с вертикальным взлетом с самолетами на Тихом океане. Когда я об этом рассказывал, это история, правильно? И я думаю, чтобы дух у моряков вот этих, если бы ветераны им рассказывали, намного был больше, сильнее. А что касается другого, надо создавать систему. Систему, чтобы ветераны могли передать свой опыт. Который мы как вы правильно, мы мамонты. Все, подводников нет, лодок нет, подводников нет. И правительство о нас все чаще и чаще забывает. І ще так наостанок хочу сказати, що нещодавно в день визволення Одеси ми з вами разом відвідали героя Радянського Союзу Соколова. І я дуже вдячний, по-перше, за те, що є така можливість познайомитись і поспілкуватись. І все ж таки я побачив цю книгу про прохід Дрейка. Так, наскільки, ну, де зараз можливо таку літературу дістати взагалі? Як можливо потрапити в музей, щоб більше дізнатись про історію?
Ну, такая, во-первых, книга есть у нас в музее, у меня, которая была выдана непосредственно Героем Советского Союза Соколову, mm-hmm. подписанной им. Я ее лицензировал, еще когда mm-hmm. он писал. Что касается других вопросов, вот я скажу коротко, я понимаю, у нас время, Герой Советского Союза Соколова. Один политик из горадминистрации мне сказал, почему вы его не приглашаете? Это единственный Герой Советского Союза в Украине остался, подводник. Знаменитый человек, опять же, его фотографии во всех академиях мировых. Почему? Ответ был банальный, но он сказал, вот знаешь, мы его можем предложить, но мы не можем сказать, что это Герой Советского Союза, потому что декоммунизация. Скажите, пожалуйста, это нормально? До чего мы дожили? Дуже дякую за те, що прийшли до нашої студії. Сьогодні у нас в гостях голова об'єднання ветеранів-підводників імені контр-адмірала Луніна Володимир Білоусюк. Дякую, Володимир Івановичу. Мене звати Дмитро Богомолов. Ви дивили студію «Репортер». Залишайтеся з нами.